Здравствуйте. В прямом эфире новости. В студии Илья Райшев. О главных окружных событиях к этому часу. Из сургутских клиник выписали еще 9 пациентов с Донбасса. Они отправились домой. Их снабдили месячным запасом лекарства, а также дали контакты для дальнейшей консультации с медиками. Напомню, в августе в сургутскую травматологическую больницу и кардиоцентр доставили самолетом Министерства обороны жителей Макеевки. Это были раненые военнослужащие и мирные жители. В течение полутора месяцев им оказали всю необходимую помощь. В кардиодиспансере, к примеру, пациентов после обследования прооперировали. Одному остановили кровоток в артериях сердца, провели так называемое аортокоронарное шунтирование. Второму поставили протез клапана. После хирургических вмешательств прошел период реабилитации. Специалисты научили пациентов дышать, ходить, дозировать физические нагрузки. Сейчас в медицинских учреждениях Сургута остаются 7 человек из ДНР. Я приехал сразу после свежего инфаркта, ну и тоже со мной ребята там. И думали сначала ставить стены, она намного проще операция. Ну, специалисты посмотрели, решили делать шунтирование. Намного лучше после операции, ну, как до того, как мы сюда прибыли. Сейчас намного лучше. Я хочу выразить глубокую благодарность губернатору Наталье Владимировне Комаровой, мэру Сургута, нашим дорогим докторам, медицинскому персоналу за внимание, которое они проявили к нам, за заботу. Мы уезжаем с чувством глубокой благодарности. Поэтому мы теперь Россия, мы любим и надеемся, что это будет взаимно. Да. Все они получили высокотехнологичное лечение, то, которое на сегодняшний день они не могли получить по месту жительства. И то, что касается наших пациентов, я хочу сказать, что это жизнесохраняющие операции, которые позволят им вернуться к прежней жизни, и продлят им жизнь и значительно улучшат качество жизни. Без этих операций было бы сложно, наверное, жить полноценной жизнью. В Югре завершен пожароопасный сезон. Напомню, что в этом году в округе потушили 439 лесных пожаров. Огонь прошел 400 тысяч гектаров. Со стихией боролись больше 1000 пожарных десантников. Им на помощь было брошено около 40 единиц специальной наземной техники. Кроме того, тушил огонь и авиация. Этим летом патрулировали леса и сбрасывали в воду на горящую тайгу 23 единицы воздушной техники. Кроме того, югорским специалистам помогали и сотрудники парашютно-десантной службы из соседних регионов. Добавлю, что 93% термоточек в Югре возникли из-за гроз, а вот 7% по вине человека. Однако своевременное межрегиональное маневрирование и дополнительное привлечение авиации не допустили перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Смертельное ДТП произошло на трассе в Нефтеюганском районе. По предварительным данным, на подъезде к Сургуту водитель «Форд» съехал в кювет и врезался в столб ЛЭП. Владелец иномарки и один из его пассажиров получили травмы. Другой попутчик скончался на месте происшествия. Всего за выходные на дорогах Югры зарегистрировали 6 аварий. В них пострадали 9 человек, один погиб. Не обошлось без штрафов. Сотрудниками ГИБДД задержаны 30 пьяных водителей. 17 югорчан отказались от экспертизы. Двое повторно сели за руль под шофе. За выезд на встречку к ответственности привлекли 73 водителя. 107 человек нарушили правила перевозки детей. О других новостях, которые югорчане обсуждают в сети, в нашей постоянной рубрике «Югра онлайн». В Сургуте обновили улично-дорожную сеть. Итоги ремонтной кампании по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обсудили в самом крупном городе региона. Так, за летний сезон специалисты привели в порядок участки по Югорскому тракту и улицам Быстринская и Крылова. На Крылова, например, заменили около километра асфальтового покрытия, обновили тротуар и освещение. На Быстринской основной ремонт завершили еще в прошлом году. В этом же подрядчик установил полимерные ограждения и дополнительные линевки, а также устранил дефекты тротуаров. К слову, дорожный ремонт на дорогах Сургута еще идет. В данный момент продолжаются работы на улице Привокзальной.
Югра примет участие в акции «Мне не фиолетово». 17 ноября по всей стране пройдет необычный цветовой флешмоб. В этот день в знак поддержки недоношенных детей здания культурных, деловых, спортивных, медицинских и административных центров подсветят фиолетовым цветом. Так, например, в Лангепасе это будет центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна». В Нягане – городской культурный центр «Планета». Также фиолетовыми станут некоторые медучреждения Сургута и Нижневартовска и многие другие объекты по всей Югре. Напомню, акция проводится по инициативе благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо». Югорчане, реализовавшие проект инициативного бюджетирования, смогут выиграть квадрокоптер. До 1 ноября принимаются заявки на конкурс в инициативе «Будущее Югры». Он нацелен на тиражирование успешного опыта реализации таких проектов. Победители определят в 5 направлениях – общественное партнерство, общественное участие, самый оригинальный проект, народное признание, а также в специальной номинации научно-исследовательского финансового института Минфина России. С 9 по 23 ноября пройдет этап онлайн-голосования, а уже 3 декабря экспертная комиссия озвучит имена авторов лучших проектов. Победители получат дипломы и квадрокоптеры. Юбилей отметили творчески, с музыкой, танцами и модным показом. Центр искусств для одаренных детей Севера отпраздновал 25-летие. За эти годы из стен учреждения вышли более 1200 профессиональных музыкантов, хореографов и художников. Сегодня они лауреаты всероссийских и международных конкурсов, костяк ведущих коллективов Югры, артисты ведущих театров России, солисты оркестра ФСБ и Центрального военного оркестра Министерства обороны. В честь юбилея педагоги и воспитанники центра получали благодарственные письма от Минкульта России и губернатора Югры. С открытием в 1997 году Центра искусств талантливые дети Югры получили уникальную возможность находиться в атмосфере творчества, созидания и самореализации. Создание и поддержка таких уникальных условий, развивающих таланты югорских детей, являются особенной заботой правительства автономного округа. В настоящее время в Центре искусств работают 14 творческих коллективов. В распоряжении молодых талантов 30 тысяч квадратных метров. Это 90 кабинетов для учебных занятий, а также 2 современных концертных зала. В Югре появилось первое зеленое IT-стойбище. И речь не о цвете леса, который окружает отдаленное поселение, а воздействие на окружающую среду оборудование, которое здесь установили, а именно 12 солнечных панелей, которые обеспечивают энергией стойбище. Подробнее в сюжете моих коллег. До стойбища Александра Голошубина зимой можно добраться только на снегоходе, летом на лодке. Это по-настоящему труднодоступное поселение в прошлом году стало частью окружного проекта IT-стойбище. Здесь появился широкополосный доступ в интернет. Для этого установили точку доступа. За питание отвечал бензиновый генератор. Сейчас здесь поставили 12 солнечных батарей последнего поколения и батарею литий-ионных аккумуляторов. Это исключает постоянную работу двигателя внутреннего сгорания с его шумом и выхлопами. Дизель-генератор только для подстраховки. Работает примерно по часу раз в неделю для поддержания уровня заряда. Здесь бензин заправленный. Просто посмотри за топливом и за маслом в картере. Если она достаточно, она сама запускается, когда батарейка подсядет, здесь и солнца нет, весь день солнца нет, батарейка, аккумулятор садится, станция запускается, генератор запускается, и заряжается аккумулятор, и станция гухнет сама. Автоматика, установленная в специальном помещении, позволяет высвобождать время для других занятий, а вся система обеспечивает энергией все оборудование стойбища. То есть человек, общающийся по видеосвязи посредством смартфона здесь, теперь нормальное явление. У нас здесь постоянно проживает большое количество людей, занимается традиционными промыслами. Сейчас у нас молодежь как бы не сильно затянешь, но я думаю, что в связи с этими нововведениями в нашей базе и молодежь будет больше подтягиваться, здесь больше времени будет находиться, заниматься и рыболовством, сбором дикоросов, охотой. Зеленое IT-стойбище – проект пилотный, то есть специалистам еще предстоит выяснить, насколько полезно и, главное, работоспособно подобное оборудование в отдаленных поселениях. Весной будущего года сотрудники Департамента информационных технологий Югры примут решение о распространении подобного опыта на другие стойбища региона. Павел Желтов, телерадиокомпания «Югра» при поддержке студии АТВ «Березово».
Югорские спортсмены завоевали 35 медалей и установили 5 рекордов на летних играх паралимпийцев «Мы вместе спорт». Накануне старты завершились в Сочи. Наш округ на этих соревнованиях представили 32 спортсмена. 26 медалей в югорскую копилку принесли легкоатлеты. Здесь же и был зафиксирован рекорд Европы в метании диска. Обновила континентальный результат Светлана Байгулова. Еще один рекорд Европы принадлежит Никите Дебенчуку в толкании ядра. 7 медалей на счету наших пловцов. Отметим, что паралимпийская чемпионка Анастасия Гонтарь поднималась на пьедестал почета 4 раза. На ее счету золото и 3 серебряные медали. Золотом отметились паратхэквондист Владимир Феофанов и шахматист Андрей Абачук. Шайба Егора Степанова принесла Югре победу над Торосом. Накануне подопечные Эдуарда Зенковца начали выездную серию игр. В нее войдут 4 матча. Первый из них состоялся в Нефтекамске. Игра не порадовала болельщиков изобилием заброшенных шайб. Решающим стало всего одно взятие ворот. Да и то случилось только во втором периоде. Примечательно, что югорчане отличились в меньшинстве. Иван Савчик здорово сыграл у бортика, оставив неудел сразу 2 игроков Тороса и выполнил хорошую передачу на Егора Степанова. Нападающий Югры точным броском отправил шайбу в ближнюю девятку. Больше изменений в счете не было. Итог противостояния 1-0 у Югры после 12 матчей – 20 очков. Ближайшие преследователи отступают на 1 балл и имеют игру в запасе. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго.